Всем привет, ребят! Сегодня у нас очередной обзор. Титул, как видите, я уже апнул. Хочу до апа 400к уже, чтобы идти на 500, как я говорил, после выходных. У нас сегодня обзорчик на такого вот героя. Герой старенький. Я как раз только начал играть в битву замков, и как раз вышел этот герой. Одержимый. Чем хорош? Восстанавливает себе жизнь. 1500 от атаки. Также трансформируется. В трансформации увеличивает атаку на 75%, имеет иммунитет к стану, кулдаун 15 секунд, трансформация длится 12. Также демоническая форма наносит увеличивает урон, то есть идет волна 320% врагам впереди и снимает их бафы. Герой имеет 8 уровень берса, то есть у него увеличенная скорость атаки. Кулдаун 3 секунды, вот так вот. Кулдаун 3 секунды не в берсе, конечно же. Давайте я вам покажу его изначально на экспедиции. Он у меня собран на максимальный урон. Говорю, на экспедиции зашел подземку. То есть такого вот типа он. Жизни, конечно, у него сейчас немного. Он у нас немножко слабенький, но мы сейчас это исправим. Вот такая вот у него зональная атака, как видите. Дамажит с новым талантиком очень круто, с пактом. Ну, видите, с плюшки роняет. Вот так вот их всех шатает. Нифига себе. Вот это он жесткий. Я, честно говоря, не ожидал, что первая эволюция прям настолько будет. Так, окей. С этим решили. Поехали, расскажу вам по талантикам. Ну, конечно, такая вот сборка у меня с БВшкой. Я решил прокачать вам с порочным пактом максимальный урон. Собирайте смысл его баст ставить на урон чисто для подземок. Если дефные варианты, честно говоря, он уже не особо так используется, то каменка, священный огонь. То есть на выбор. Если для подземок, любой талантик на урон его будет очень вам будет помогать в подземках. По питомцам можно ставить того же слоника, ангела для отхила. Ну, желательно ангела, вот я с ангелом вам тестирую. Окей, поехали делать ему эволюцию. И делаем аугментацию. Rank Guards называется. Вот так вот она. Герой, скажем так, и PvP-шный. Плюс то, что снимает бафы. То же самое, как Некрос, например. То есть, но единственное, он убивается точно так же, как и все. Батражалку урона очень много. Вариант на атаку чисто подземочный. В остальном лучше его собирать на что-то другое. Так, по чарам. Давайте сразу по чарам. Конечно же, победный выпад. Плюс 25 можно поставить доспех с ослеплением. Ну, такой себе на PvP режимах вроде неплохо. Плюс одну клетку смысла, передача энергии. Топово, доспех. Ну, приспешники это чисто на подземочный вариант. Так. Ну, давайте что-то попробуем. У нас есть 4 коробочки. Проклятое поле. О, пиромах. Ну, пиромаха я оставлю на архидемона кому-то поставлю. В общем, вот так вот побежали. Будет такая у нас сборочка. По созвездиям. Естественно, если PvP режим и уклонение. Но я его собираю чисто так пофаниться. Поэтому крит урон. Есть у него также 12 скилл. Так, атака нам не нужна. Жизнь тоже не нужна. Я буду в основном собирать его на урон сейчас. Так, жизнь не то. У него, конечно, красиво сделан скин его. Ну, реально один из скинов, который мне нравится со всего, что есть на сегодня.
Так, ну уклонение, пусть будет уклонение. Мало ли где-то нас спасет. Чего ж терять такой талант, точнее созвездие. Такс. Точность, ну точность не нужна мне. И так будет попадать, если надо. Ой, отлично. Просто отлично. Крита, правда, маловато, но мы это скоро поправим. Так, все есть. Поехали. Улучшаем его дальше. Качаем сразу на вторую. Значки почета закончились. Беда, беда. С этими значками почета не хватает очень книг. Так, ну давайте покажу. Я не знаю, конечно, он сейчас, наверное, ну, видите, то, о чем я говорил. Против Фрея приемов никаких нет. Не, есть, конечно, но надо интересных героев иметь прокачанных на максималку. Окей. Фармим сразу золото тогда. Силушка растет. Это радует. Так, отлично. Еще одного такого найти и сделаем уже вторую эволюцию. Так, есть. В принципе, этого не надо делать. Ну, нам все книги потом вернутся лишние. Как бы это не страшно. Плюс 2000 дали, неплохо. Скоро-скоро докачаем все до максимума. Так, а ну без так, так. Сейчас пусть уберет. Вот так вот. Поехали дальше. Да, сложный день битвы гильдии. Найти, на ком можно нормально золото нафармить. Так, ну что, финишная прямая у нас. Последних 5 миллионов. И идем тестировать героя. Вот это мне нравится больше всего. Так, есть. Так, фрай у нас тут... А, есть, фрайка есть, отлично. Конечно, ничего хорошего, но...
Но, надеюсь, мой Минотавр добежит. Добежал. Так. Кому мы там просветы подкачиваем дополнительно? Кому она пропадать должна? Так, отлично. Есть. Улучшаем на максимум и побежали тестировать эту имбу. Куда он там делся? Вот так вот. Так, ставим, смотрим. Где-то мой юный друг. Вот ты. Что мы имеем? 12-120 добавление атаки при его атаке 9-960. То есть, видите, бонусами мы больше набрали. Скорость атаки 1000, то есть раз в секунду. Плюс там перс еще. В общем, по скорости неплохо, по жизни не очень. То есть жизни надо побольше, конечно, такому герою. Ну, поехали. Поехали теперь на подземке, будем сейчас смотреть. Я с ним проходил практически все кошмарки, поэтому герой очень интересный и универсальный. Сейчас посмотрим на его дамаг. Что же у нас все-таки будет? Немножко будем давать ему подхил, потому что это все-таки подземки. Но вот так вот. Давай, 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 давай. Ух ты. Ну, дамажит, согласитесь, довольно-таки неплохо. Единственное, что выживал бы еще. Ну, блин. Сколько там, 2 ляма пролетело. Вот так вот. То есть, по урону тут вопросов, думаю, никаких нет. В форме, конечно, офигенно смотрится. Ну, дамаг тут заоблачный. Можно ради интереса просто забежать. Сейчас я возьму магию. Только изначально, как всегда, заработаю на нее. Ну, сейчас увидите его в рейде. Если он вот он включился. Но Фрейя там пытается. Единственное минус то, что он зонально бьет впереди только. Вот это как бы. Если бы он еще по окружности бил, это вообще было бы имба. Ну, видите, его ушатала Фрейя вражеская. Или кто-то другой. Так. Берем магию и идем сейчас посмотрим чисто на его урон в седьмых кошмарках. Там многие кошмарки, которые не могут пройти там без Анубиса и без Минотавра. Там именно он помогает. Конечно, надо хорошую прокачку иметь. Также с ним 5-10 налегке я проходил, показывал уже как. Такс. Давайте так. Раз, два, три, четыре. Смотрим на урон. Вот такой вам урон. Как видите. Ну, даже по забору, по героям можете увидеть, что шатает он. Вот. Троих снес, причем без всяких там разгонов и прочего. Потом я вам его покажу уже на подземках. Давайте сейчас забежим на пятую, например, черепа я показывал не раз уже, но еще раз покажу, чем он хорош. Он снимает баф, то есть так, это немножко не то. Снимает бафы черепа и, соответственно, череп убивается налегке. Вот можете сейчас увидеть на черепе. Ну, успеет, успел. На черепе не было его
ограничения. То есть в этом плане под разгоном, под всем герой будет реально офигенным. Поехали на арену. На арене вам его покажу. Правда, не знаю, на кого мы сейчас тут попадем. Блин, где ты? Вроде же я его сюда не брал. Вот привыкаешь к героям, что они так стоят. Потом что-то меняется, и сложно привыкнуть. Так. Поехали посмотрим. Вот отлично. Атлант, по-моему, есть или кто там. Вот он включился. Ну, посмотрите на домах. Просто стычки вынес. Сейчас камень тут, наверное, разрушит тоже. За пару тычек. 500, 1 600 000. По урону, конечно, жестко. 500 тысяч. Офигеть. Ну, давайте еще тут тестанем. Опять вот вторые эволюции. Вот есть, кстати, хранитель. Посмотрите, сейчас он на хранителе просто слился. Не успел. Давайте еще ради интереса. Иди поставим Фрэнки. Конечно, у меня смотрителя нет, но вот опять то, о чем я говорил, там тоже одержимые, ну, хранитель. Он бьет в хранителя и просто убивается. Тут вариантов никаких нет. Вот отлично, сейчас он должен вот так вот. Самое главное, чтобы вражеский хранитель не включился. Он вроде включился и сейчас... Ну, у меня Фрэнки. Давай, 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 Фрэнки. Вот он отхилился. Снимает бафы. Смотрите, как чудесно все. На паре с Фрэнки тащат. Конечно, там столько отхила. Но, к сожалению, видите, все равно их слили. О, череп. Анубис. В общем, такой вот герой. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.